рангом ниже, то тогда бы остались вообще без нападающего. Вот она, атака, вот она, чуть-чуть выше передачи, чем прошлое имущество. Подача Татьяны Романовой, Ирина Воронкова. Как-то маловато она атакует в первой партии. Боролась Наталья Перейра, забежала на сторону соперника. Тут хорошая, конечно, перебросить. А тут передача не долетела. Волнуются все, там Желька Булатович готов уже... Не знаю. Ну что, конечно, жалко такие доводки тратить. Без медалей. По итогам регулярного сезона раздавали награды. Локомотив стал серебряным призером. Динамо Казань получил чемпионский титул. Ну и Урал. И тем не менее спасают еще один мяч. Воронкова. Тут сетка за Локомотив. И блоку было неудобно, и отскок был прямо в линию. Находит Ежак. Воронкова. Классно. Все здорово. И в открытое пространство его надо устроить Локомотиву. Ирина Воронкова. Ну вот другая немножко. Здесь доводка, видите, в четвертый метр. Снова приходится Дикиной бегать. Но Воронкова попадает по блоку. Подача Гончаровой. У нее пока не очень высокий КПД в атаке. То есть это тоже говорит о прекрасной защите соперника. Там где-то около 30. Зал Екатерины Ениной. Разве можно такую закрыть блоком? Воронкова. И первый эйс Ирины Воронковой выигрывает, ну уж не знаю. Тут разные, конечно, у нас сегодня защитницы поднимают. Воронкова по блоку. И Ирина тоже находит где-то дырочку. В концовке третьего сета. А теперь придется играть пятую партию. Но Локомотив это заслужил. 20. Романова все равно пасует туда в 4, хотя здесь рядом была Гончарова. Может быть, стоило ее подключить. Сейчас блок хоть и Локомотива, хоть и принял решение поздно, но все же сделал правильно. Еще раз в Галкино. Теперь уже чуть-чуть оттянуться пришлось и довела мяч. Смена сторон у нас будет при минимальном перемене. Спокойно друг другу. Ничего другого уже не скажешь. Браво, Воронкова, отличный удар. И самое за собой команду первому в истории Калининградского женского клуба. Чемпионство к золотым медалям. Лучшие игроки на пьедестале. Ну а лучшая тройка команд Локомотив, Динамо.